Башкирские племена Катай, Башк, Атай, родоплеменное объединение, клановое объединение в составе Башкир. Родоплеменные группы тюрки народ. Этноним Катай также присутствует у гагаузов, казахов, каракалпаков, киргизов, узбеков. Считается. Что котай происходит от киданий? На формирование племени Катай повлияло их пребывание в xi xii веках в среде кипчаков. В середине 13-начале XIV веков катайцы в составе кипчакских племен мигрировали в Приуралье и расселились по рекам, База, Дема, Сюн, Уршак. Во второй половине XIV века незначительная часть представителей племени расселилась по реке Инзер, а позднее в бассейнах рек Большой и Малый Инзер Верховье Белой. Основная часть катайцев расселилась в долинах рек Бисерть, Сылва, Чусовая. Во второй половине XVI века часть катайцев переселились в долины рек Уфа, Большой и Малый Ик, а другая часть – в Зауралье, Верховье Междуречия Синары и Течи.